Народ, привет! С вами снова мы. Угадайте, где мы? Конечно же, в Киеве, пока не в Эмиратах. И позади нас, смотрите. Нет, пока это не знаменитые дубайские фонтаны. Это знаменитые киевские фонтаны. Да. А находятся они на Майдане Незалежності. Сейчас вам переводим камеру, показываем красивый вечерний Киев и отправляемся в киевскую ночь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте посмотрим киевские фонтаны. Сейчас будний день, сегодня четверг, да? Да. Но очень много людей пришли развлечься, посмотреть фонтаны без 5:10 вечера. Говори, говори, говори. Да, надо говорить, потому что идет музыка. Поет. Да, и сейчас, если мы не переговорим Бакарчука, который обещает, что все будет добро, мы в это верим. Ну, YouTube может заблочить наше видео. А вон еще маленький фонтанчик. Идем прямо, да. Или тут хочу пойти? Ну, хотелось бы подойти ближе, но вот я боюсь из-за музыки. Вот и я боюсь. А ты не бойся, пойдем. Да, а то придется потом перезаблочивать. Мужчина хорошо помогает с вестниками, да. Ох ты, посмотри, посмотрите, как классно. Это просто... Это температура плюс 23 где-то. 22 сейчас. 22 даже. Чудесное видео, чудесный фонтан, чудесный город Киев. Не жарко. Ох, как высоко. Ну, скоро, надеюсь, будем в Дубае, покажем вам фонтаны. Но вот киевский сейчас просто восхищает. Потому что Киев, потому что мы дома. И просто вообще, в общем, здорово и прекрасно. Красиво. Да, очень красиво. Да. Вот. Уже немножечко прогуляемся дальше. Покажем вам, скажем так, ночной вечерний Киев. Майдан, Крещатик. Просто пройдемся и посмотрим, насладимся. Вон наша Берегиня впереди. Ага, вон вдалеке еще маленький фонтанчик совсем. Даже несколько, да, мы идем на маленькие фонтанчики и стараемся перекричать океан Эльзы, чтобы нас просто YouTube не забанил. Но мне кажется, чем дальше мы туда идем, чем, по-моему, он, да, тем ближе. Ну, значит, наложишь свою музыку. Да, значит, да, придется накладывать на наш голос музыку. Разберемся. Ой, где-то, шарик бахнул. Да, где-то шарик бахнулся. Бахнулся. Так, это Архангел, да? Михаил, да. Архангел Михаил, который символ города Киева, он защищает. Ага, да. Смотри, какая сахарная вата. Вот, 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 вот. Да, просто огромная. Боже, я думала, ребенку на голову. Давай я тебя сейчас снимаю. Аккуратно, аккуратно, да, конечно. Киев. Да, конечно, аккуратно, под ноги надо смотреть, потому что... А ну идем, я права или нет? Нет, тут про центральную площадь Киев. Ну подожди, это должно быть. А что там еще? Ох, переливалочки. Ой, подожди, девушка фотографирует, красиво стреляет. Сейчас отойдем, девушки фотографируются. Ну это Кремлевские ворота. Я ошибалась. Надо в середине еще. Хотя... Угу. Ну как, под впечатлением, да? Давно мы здесь не были, года два назад. А полнолуние, посмотри, какая луна уже красивая. Да, видно. Видно. А вот и маленькие фонтанчики. Класс, вот так просто запросто погулять. А знаете, от фонтана просто брызги летят в нас. Это так классно. Освежает. Да, это освежает. Просто здорово. Здорово. Киев, Майдан, Крещатик, мы скучали. Наконец-то мы попали домой. Да, это вот такие неполные. Как так говорят, Лядские ворота? Да, да. Я увидела. И Архангел Михаил, который охраняет город Киев. Куча воды, фонтанов, просто классно. Такой прям праздник воды после такой жары. Вон где-то фонтанчики пока затухли. А здесь вот они все еще искрятся и прыгают. Класс, просто класс. Идем, пройдем.
Кстати, вот здесь вот такая плиточка, но уже идешь с телефоном. Вот да. Два раза чуть не упали уже, честно. Так что, когда идите идете аккуратно. С телефоном, идите очень аккуратно, потому что вообще... разобьете нос, телефон будет неприятно. Такая красота просто. Это что такое? Селфи-камера вращается? Да, да. Мне что-то кажется, да. Вот там показывает, как это работает. Мне что-то кажется, по-моему, она может стукнуть вот кого-то. Как это работает. Ага. Типа люди вращаются. А, типа можно встать, вы будете вращаться. Ну, ага. Ладно, мы не будем так рисковать. У меня уже да. Голова закружилась. Я у зубного была, но как бы зубы мне мои еще нужны. Ай, да, я пока... Да, иди сюда. Аккуратно, аккуратно. Сейчас, я хотела назад все отойти. А там люди идут. Так, давайте просто оп. И прекратился. Нет, снова начал. Да, как-то люблю я фонтаны, воду, не знаю. Как-то меня это все так ах, радует. Это дом профсоюзов. Да, напротив, дом профсоюзов. Там, кстати, должны работать часы и показываться температура. Почему-то сейчас не показывается. Ну, наверное, просто уже потому что 10 вечера, все выключилось. Консерватория, вот. Главпочтам. Консерватория, белая. Вот она белая, под да. Под луной, боже, как красиво. Да, очень красиво смотрится. И Укрпочта, главпочтам. Вот сейчас еще вам сделаю тут обзорочку, если не зацеплюсь за плитку. Вроде не зацепилась, ура. В общем, если будете на Майдане вечером, на Крещатике, это все находится рядом. Очень рекомендуем такие просто бомбезные фонтанчики. Идем, прогуливаемся. Как раз хотели вам показать Киев вечерний, Киев ночной. Кстати, кто пробовал конфеты Киев вечерний, любит их. Они сейчас не очень, кстати. Поэтому... Ну, и вкусные были, да? Были вкусные. Ничего такого, но вкусные. Просто наслаждаемся Киевом, гуляем. Сквозь толпу людей. Консерватории реставрации. Ой, да, а пойдем вот. На противоположную сторону, вот те фонтанчики, кругляшки посмотрим. Да, давай, сейчас перейдем на противоположную может, сторону. На все пойдем? Пока... Не, на паспорта мы не пойдем. Мы пойдем, пойдем, перейдем в переход и покажем еще один фонтанчик. Народ в метро просто все поубирали, точнее в переходе. Очень мало киосков, на самом деле. Тут была целая куча киосков 2 года назад. А сейчас все поубирали. Хотя вот какие-то сувениры есть, но все закрыто уже в 10 вечера. Ну да, уже поздно, в принципе, но... Да, но очень много, конечно. Все, всего... Было. Всего красивого много еще, но не так, как оно было раньше. Выходим мы из перехода. Это уже идет просто вот прям Крещатик. Прям пойдете? Прям пойдете. Это будет Крещатик. А мы сейчас идем на фонтанчик Ромашка, мы его называем. 50 гривен. Без барбекю. От 50 до 60 гривен. То есть где-то это 2 доллара. Примерно 2 доллара стоит. Поднимаемся к Берегине на фонтанчик Ромашка, как мы его называем. Очень много гостей из столицы. Видно также из странов... Стран. Странов иностранных. Да. Стран Персидского залива. Да, это были даже индийцы. Ну, тем более, это вообще круто. Да, это круто. Все, я просто не думаю, они живут все в этом, да? Да, возможно, они живут в городе Киеве уже. А, ну да, тоже. Вот какая красотень. Вот какой у нас вечерний Киев. Ага. Вот там. Да, нам почему-то нравится этот фонтан. Я называю Ромашка, он также называет кругляшок. Ну, а как вот? Как он? Одуванчик. Одуванчик. Ну да. Вот на одуванчик, ладно, соглашусь. Скажи. Да, он похож на одуванчик. Так, у нас сейчас еще товарищ блогер на лесопеде. Смотрите, какая красота, народ. Вот это да. Вот этот фонтан к рекомендациям увидеть, конечно. Иди в кадр. В кадр, я буду снимать. Что там написано? Обережно не купатись? О, только собралась проплыть. Купанием... А, подожди. Купание в фонтане может привести к травмам граждан и псуванию оборудования. А, ну то есть купаться-то можно. Ну вот все может... Ой, как он мне нравится.
него такой прохладой веет. Ага. Так, вот это консерватория наша. Идем в другие фонтанчики, идем. А вон пузата хата есть, да. Если кому надо. Кому, да. Кому хочется покушать, ну не в 10 вечера, конечно. Пузату хату рекомендую, очень вкусно. Так, аккуратненько. Что такое? Голос садится? Да. У диктора садится голос. Не говорите. Он еще фонтанами, между ними любили бегать. Не всегда успевали пробежать, кто не успевал пробежать, в жару быть мокрым тоже прикольно. Они бывали, днем выключаются, включаются, а вы бегали. Рискнешь? Не, сейчас, но и будем. Рисковать, если тебя там включено. А-а-а. Да, плитка, конечно, ужасающая. Так что будьте аккуратны. Давайте я подвохать лучше буду вести. Потому что, слушайте, он нереал какой-то идти. Это гостиница, как она сейчас называется? Украина. Раньше была Москва, сейчас стала Украина. Там тоже народные депутаты. По житю живут. Народные депутаты везде. А вот переведи на фонтаны. Вот там вдалеке фонтаны, которые мы только что снимали. Просто перешли по переходу. А в выходные дни можно просто перейти так, потому что движение перекрыто, да? Да, движение перекрывают. Движение перекрывают, и спокойно можно гулять, это очень шикарно. Всегда классно. Ага. А напоминает чуть-чуть фонтаны, когда мы подошли к Emirates Palace снимать вечером. Смотрите видео по ссылке в описании, когда мы были в Абу-Даби. Да, кстати, похоже на Emirates. Чуть-чуть. Так, еще, да, идем в фонтанчику? Куда, что? Что? Да вы... Ну, это что-то бастуют люди, это попы там. А, что? Что ты имеешь в виду? А, это Октябрьский дворец. Ну, это тоже так очень красиво, колонны такие красивые. Это раньше был Институт благородных девиц. Ага. Да. А ты же знала? Ну, я не там помню так конкретно, бутерочки это... стоят. А мы разве не с тобой были на концерте? Ой, я не помню. Да? А, кстати, вот там такие часы красивые еще. Прямо расположены, стоит, да, увеличу, они покажу. Идут? А сейчас посмотрим. Не фига. Сейчас 10:05, а у них там показано другое время. Не, ну, не идут. Не идут, и ладно. Это плохо, часы должны идти. И вот подходим мы к еще одному фонтану. Здесь, кстати, только что резвились дети, мы сняли видео, но почему-то оно не записалось. А вот дети до сих пор бегают. Прикольно. Здесь памятник основателям Киева. Братья Кии, Щек и Хариф. И сестра их Лыбедь. Кстати, Наташа заметила, что здесь есть... Сейчас мы приблизим. Вот такие интересные орнаменты. Это когда медведь где-то здесь. Думаешь, что медведь еще все-таки лев? Нет? Хотя откуда тут львы? Не, медведь. Ну, такие уши, посмотри. А ага. Это что-то такое еще? Это косички. А, и вот, смотри, Лыбедь. Это как лебеди. Лебеди, видишь? Два лебедя. Ага. А ну, левее сделай, левее камеру. Вот же два лебедя. Угу. Да, красивый памятник основателям Киева. И вода. Красивый фонтан. Наташа. Девчонки веселятся. А ну да, я потрогаю. Смотри, это просто класс. Вот как дети резвятся. Вода прохладная, да? Ну, ночь просто уже, больше 10 вечера. Ха, класс, дети как резвятся. Классно будет, даже ну, в жару вообще шикарно. Веселятся девчонки. Молодцы. Да, правильно, поиграться, Армина, попрыгать. Да, вот наша Берегиня, которой, да, сколько лет ей? 25 памятнику где-то. Я не знаю. А нашей стране Украине будет 30 лет 24 августа, да? Да, 24 августа. Вот такой красивый у нас памятник. И вот такой у нас центр Киева. Центр нашего города вечером. Да. Такой у нас вечерний Киев. Иди в кадр. Иди в кадр. В общем, киевляне, гуляете здесь? Я надеюсь, что да. А все гости столицы, города Киева, столицы Украины, приезжайте к нам. Лайки, подписка. Ну и не забывайте комментировать. Всем пока.